Асфальтирование дворов в Иванове должно завершиться к 15 октября. Александр Кузьмичев посмотрел, как выполняются работы в доме номер 122А на Лежневской улице. В этом году в Иванове приведут в порядок рекордное количество придомовых территорий – 329. На ремонт дворов изначально было направлено 120 миллионов рублей. Однако решением депутатов городской думы эта сумма была увеличена более чем на 20 миллионов. В следующем году асфальтирование дворов продолжится. В настоящий момент в городскую администрацию поступило уже свыше 200 заявок. Любая заявка нами рассматривается, выезжает комиссия с участием депутатов городской думы, которая определяет действительно потребность в том, чтобы эта дворовая территория была заасфальтирована. Большинство дворовых территорий, которые относятся к домам, где 5 и более этажей, уже приведены в порядок. И, соответственно, сегодня мы уже переходим к тем дворовым территориям, где небольшие двухквартирные, трехэтажные дворы. И это будет уже основным нашим заданием на 2015 год.